Кого там у меня? Да, да. На сегодняшний день энергетическая независимость страны, она более чем приоритетна и важна. После того, как Запорожская атомная электростанция отошла пока на неподконтрольную территорию, с рядом аварий, которые связаны с обстрелом теплоэлектростанций, которые повреждены. Вот. Поэтому на сегодняшний день добыча угля – это в первую очередь энергетическая независимость Украины. Отлично. Отлично. Так и должно быть, не так иначе. Война изменила не жизнь предприятия, а жизнь всей Украины. Дабы не хватает электричества и всего остального, света, тепла, теперь мы работаем в усиленном режиме, пытаемся добывать уголь, чтобы давать нашим людям, семьям тепло и электроэнергию. Приходим на оптимизме, работаем, пытаемся не думать то, что происходит вне шахты. С улыбкой работаем, забываем о этом, когда выезжаем, тогда уже начинается другая жизнь, переживания и все остальное. Я с этой сферой связан уже больше 20 лет. Ну а война, конечно, коренным образом изменила мою жизнь, потому что сейчас в районе Ульдара идут военные действия напряженные, и, к сожалению, там проживать сейчас невозможно. И шахта, там, где я раньше работал, Южно-Донбасская номер один, к сожалению, уже не функционирует. Поэтому, грубо говоря, начинается жизнь с нуля. Ha ha ha!